Привет, Николай, расскажи нам, какие новинки на Ужаленом году и что вообще происходит. Мы сейчас находимся на самой крупнейшей выставке по безопасности Китая. Это называется CPSE. Вот мы как раз демонстрируем наши новинки, которые уже планируется показать в 2020 году. Я смотрю, здесь есть не только новинки и камеры уже, которые есть у нас в России. Да, вот как раз хотел про нее рассказать. Вот это уже новинка актуальная, мы уже запускали ее в Россию. C1C, по-любому вы уже с ней знакомы, и она сохранила практически все преимущества модели C2C, и при этом она стала еще дешевле. Ну да, я вижу еще и другие камеры. Да. Расскажи, пожалуйста, вот камерка C3W представлена, интересная, я думаю. Ну, в отличие от обычной Husky, всем известной, она поддерживает еще цветной режим. Цветной режим, значит, мы в ночное время суток можем видеть цветное изображение. Это очень хорошая функция. Да. Еще заметил, есть камера с двумя сенсорами. То есть она тоже какую-то особенность, видимо, в себе имеет. Конечно, с двумя сенсорами, конечно. Уже первый сенсор поддерживает, добавляет нам свет, чтобы мы видели в ночное время цветной, как C3WI. И второй сенсор поддерживает высокую четкость. Да. И вместе получается какое-то такое кристальное изображение, да, в ночное время. Процессор обрабатывает вот два изображения и получает одно. Вот. Ну это очень, да, хорошо. Тогда последний вопрос. Угу. Скажи, что нам ждать на российском рынке? Я вижу очень много новинок. Да. Когда это поступит? Ну, как вы видите, модельный ряд у нас бренда Isvisa уже такой большой. И на самом деле мы представлены, вот эти продукты представлены не только разными направлениями, вот такими как умный дом, видеонаблюдение и другими. Вот. И сейчас планируем больше запускать, расширять наш модельный ряд. И команды России мы планируем запускать в дальнейшем быстрее наши новинки и расширять по-любому наш модельный ряд. Это, да, хорошая новость. Спасибо тебе, да, большое. Спасибо тебе. Увидимся на мероприятии. Увидимся.